Здравствуйте, друзья! Рад приветствовать вас на канале. И сегодня мы с вами находимся на частной ферме в окрестностях поселка Южнокамский в Пермском крае. Мы приехали сюда покататься на лошадях. Сегодня мы совершим 6-часовой верховой маршрут верхом на лошадях. Не только лошадки здесь присутствуют. Вот такая оригинальная собачка, русская борзая. Класс. Ай, малышка какой. Несколько кобыл же ребятами уже. Ну, ты просто восхищаешься, глядя на них. Марина прямо прилипла к ней. Но на ферме пообщаться мы смогли не только с лошадьми. Здесь очень много различных животных. И все они такие разные и интересные. Интересовались нашим присутствием козы. Вау! Вот это чудо! А мальчики даже понравились некоторым животным. Они просто ходили, не отпускали их от себя. А вот этот поросенок, смотрите, вот это вообще чудо. Мне рассказали историю про то, как как-то приехал туда автобус на ферму. Люди стали выходить, и вдруг из автобуса раздался крик: «Осторожно, не выходите, там ротвейлер!» На самом деле это, конечно же, был этот поросенок, действительно окрасом напоминающий ротвейлера. И такой кудрявый, вообще чудной. Этот грозный ковёл, вот так. Ну какой мощный. На самом деле он оказался вовсе не злым и не враждебным, а очень милым созданием. Яблоки ел из рук, очень нежно. Вот так дети даже покатались без седла на лошадке. Мы, взрослые, к сожалению, были лишены такой возможности. Красота. Вот, готовимся к выходу. Уже в седле. Ждем команды. Маленькие дети и то уже научились управлять лошадьми, и мы отправляемся в путь по весеннему лесу. Кругом еще лежит снег, с нами даже увязалась собачка. Собаки, кстати, как вы уже поняли из моих роликов, наверное, заметили, очень любят ходить с лошадьми в походы, прямо так и норовят уйти с лошади. Природа, лес, что может быть лучше? Воздух в сосновом лесу вообще, конечно, бесподобный. Оглядываем окрестности. Открываются шикарные виды на прилежащую местность. Снег уже раскисший, скоро и он сойдет.
скоро он сойдет, его не останется. Весна полностью вступает в свои права. Когда идешь по лесу, прямо чувствуется ее пробуждение, пробуждение природы. Природа пробуждается от сна. Поют птицы, все цветет, преображаются краски, становится ярче. Приходится идти по разным колеям, по разным дорогам. Не везде они чистые, есть и такие вот грязные, но наши лошадки успешно все проходят. Там впереди, как вы заметили, уже идут сани, так скажем, обеспечения. Они везут все необходимое для костра, который мы будем жечь. Потому что у нас будет, вот видно хорошо, у нас будет не только классная верховая прогулка. Вот жеребец не может вытянуть, к сожалению, эту горку. Сани останавливаются, даже немножко сдают назад. Вот лошади тоже пугаются. Так, Марина справляется, справляется. Оп. Так, хорошо, отлично. Отлично, все справились. И идем дальше. Так вот, у нас еще кроме прогулочки будет отличная кашка и глинтвейн. Все удовольствия. Вот наша группа. А это я, конечно, в гребеновке. На легком коне. Здорово. Очень понравились лошадки. Хорошо управляются. Конечно, когда первый раз садишься на любую лошадь, она немножко не хочет слушаться так, как тебе это надо. Немного поработали с ней. Я покатался в Леваде сразу. И вот все. Отлично друг друга понимаем. Двигаемся по сосновому лесу. По просеке. Очень, конечно, непередаваемые впечатления. Красота. Даже дети, самому маленькому у нас было, по-моему, если я не путаю, 6 лет. И то он успешно преодолел этот маршрут. Успешно преодолел, получил кучу удовольствий. Всем этот маршрут, это путешествие очень понравилось. И каждый, я уверен, унесет свои впечатления, свои незабываемые впечатления от этого похода, от этого общения с лошадьми, с животными, с людьми. Очень здорово. Очень здорово. Рекомендую. Мы сюда, я уверен, еще не раз вернемся. Ну а я прощаюсь. До новых встреч на канале. До новых встреч в наших путешествиях, в наших походах. Подписывайтесь, оцените видео лайком. И до новых встреч. Пока-пока.